друзья, доброе утро. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, за режиссерским пультом Айдын Слепцов, Мария Новгородова. А в нашей студии гости. Рядом со мной ученица 10 Г-класса школы номер 5, художник, поэт Марина Соколова. Она сегодня моя соведущая. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Так, уже нужно начинать, да? Нет, еще не нужно начинать, я просто хотела поздороваться и хотела напомнить, что мы в прошлый раз забыли передать привет твоей маме, которая... Да, кстати, мамуль, привет, мы тебя любим. Евгении Соколовой, и ей спасибо сказать за приятное знакомство. Я очень рада познакомиться с Мариной. Марину знают наши зрители и слушатели уже по предыдущему эфиру. Сегодня у нас тема будет другая. Гость нашей студии, учитель журналистики, руководитель кружка масс-медиа при Дворце детского творчества Андрей Алексеев. Андрей, доброе Здравствуйте. Утро. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Тема эфира – это школьная литература, и будем говорить о том, насколько сегодня популярно среди школьников чтение. Вот во время миллионеров-тиктокеров, во время аудиокниг, вот насколько вообще дети сейчас хотят читать литературу, которая обязательна для школьной программы. Я как-то недавно попыталась классику, что-то у меня не пошло совсем. Я буду на телефонах 3200-66, 3211-66, и слушатели и зрители могут нам звонить в студию и делиться своим мнением о том, каково сегодня читается, не читается. Ну и, конечно же, сейчас я передам ведение эфира Марине, и я думаю, что она и ее гости раскроют все секреты про то, читать или не читать. Хорошо. В последнее время становится все меньше читающей молодежи. Несмотря на то, что пишется много книг и создается масса форумов, где можно почитать не только оригинальную литературу, но и получается, фантастическую. Фантастическую. По разным литературным вселенным. Однако большинству подростков так и не дается полюбить читать и за все школьные годы. В этом нам поможет разобраться мой учитель по журналистике с 10-летним стажем, руководитель кружка масс-медиа при Дворце детского творчества и блогер на дневнике ЮКТ Андрей Иванович. Еще раз здравствуйте. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, можно ли полюбить чтение при современной системе образования? И что вы лично могли бы предложить, чтобы привлечь любовь к чтению? Ну, наверное, вопрос больше риторически сразу, мне кажется, потому что при современной системе образования категорично привить любовь к чтению нельзя. Это я помню по своим годам. Действительно вызывает отвращение. Но тут есть более глубокая причина есть, почему люди перестают читать. То есть ценность чтения становится все меньше и меньше. Я буду иногда вкрапляться. Вот сказали, вызывает отвращение, именно когда навязывают, да, что надо прочитать вот это, да, именно вот эта вот схема такая. Да. В основном родители так и говорят, например. И короткие сроки еще. Да. Там. А, еще когда скорость чтения, да, там с этого все начинается. Да. Ты должен прочитать за столько-то там минут, вот именно такой-то объем, да, букв, там, количество. Да. Нет, там знаков. За две недели там столько-то глав, вот я имею в виду. А, там. Вот это, да. Я помню свое детство и. Я, конечно, не специалист, да, может быть, я скажу какое-то непопулярное мнение. Но вы практик, да. Большой опыт работы. Я наблюдаю за детьми, но больше я в данном случае вспоминаю свое детство и своих одноклассников, и я бы не сказал, что это уже были 90-е годы, там не Советский Союз, но принципы остались еще старые те, я бы не сказал, что нам прививали любовь к чтению. Скорее, наоборот. Вот я училась на филфаке, я помню, первый курс. Мы заходили в библиотеку в 9 утра и выходили оттуда в 9 вечера. И мы все это время читали, но мы читали как? Нам нужно было определенное количество литературы прочесть и законспектировать. То есть мы просто сидели вот и выписывали там какие-то тезисы, чтобы у нас были конспекты, которые потом ты показываешь, и тебе уже ставят какую-то отметку. Я вообще не помню, что я читала. Я что-то какие-то вот запомнила, но я не помню даже особо ни названий, там, ни смысловой какой-то нагрузки. Мне просто нужно было вот выполнить план по заполнению вот этого вот конспекта, и все. О какой любви к чтению здесь может идти речь? Я вот, например, четко не могу сказать, что да, я прям очень, я люблю, обожаю читать. Вот что-то конкретное я с удовольствием прочту, а в общем я не могу так сказать. А вы можете так сказать, что вы обожаете читать? Я могу сказать, что я люблю читать, но конкретно то, что мне нравится, мне кажется. То, что заставляют в школе, не всегда интересно и не всегда понятно. Вот не всегда понятно, да, не всегда понятно и неинтересно. Я тоже так как-то
думаю, вспоминая о своих школьных годах. Сейчас-то есть выбор, сейчас я свободный человек, я могу прочитать или не прочитать то, что мне интересно. Но я ловлю себя на том, что вот чеховский подход к литературе мне импонирует, когда короткая какая-то такая вот, короткий рассказ или какой-то короткий пост, если говорить о соцсетях, мне это больше нравится, вот именно, что мне рассказали коротко, лаконично и быстро о чем-то интересном. А вы что сейчас, какие тексты предпочитаете? Больше, наверное, фантастику, да? Ну, Марина, сегодня я пришла, у тебя образ очень интересный. Это такое признание любви твоему герою, книжному, кстати, герою и телеэкрана. Да. Нет? Скорее героем, герою в том числе. Это просто костюм, так скажем, форма даже школьная Хогвартса Слизерина, вот. Так. Думаю, стоит уже перейти ко второму вопросу, да? Да, уже. Ну ладно. Да, Марина сегодня у нас главная. Перейти, значит, перейти. Просто мы не разобрали первый сериал, ну хорошо. Но вы потом-то помните тогда. Можно ли внедрить в школьную литературу программу... что-либо, кроме художественной литературы? А что еще можно внедрить туда как вариант школьную программу? По своему опыту, опять же говорю, я не специалист, просто по своему опыту скажу, что очень, с точки зрения подачи текста, стилистики, очень хорошо подается американская практическая психология. Это вот эти вот старые книжки «Наполеон Хилл», там «17 принципов успеха», там «Гений общения», там что-то Рик Брикман, кажется. Так вот об этом, наверное, и надо? Нет, но тут надо подходить к этим текстам не с точки зрения, что вот, мол, психология это сама по себе должна быть интересна, а именно вырабатывается там, несмотря на то, что это перевод на русский язык, это же все-таки англоязычные книги, все равно там, я, например, там на 50% учился писать только по американской практической психологии. Там очень хорошая такая, ну, как бы мысль, там как бы, человек раскрепощается, он когда читает американскую практическую психологию, он становится более раскрепощенным, немножко нестандартно мыслит и свободнее выражает мысли, я бы сказал, в письменном виде в первую очередь, если мы говорим о печатной журналистике. Конечно, там на радиоэфире там нужна какая-то практика, но для печати очень хорошо подходит именно, мне кажется, американская практическая психология. И 90-х годов. Сейчас там, я не знаю, что они пишут, сейчас вообще в целом Америка деградирует, но... Как вы так Америку? Ну, страна уже идет к закату, да, по сути. Ничего себе. Мы на нее ориентируемся, и такое до сих пор, что ли? Мнение, что прям там разрыв, они там вообще для нас как космос, нет? Ну, во многом благодаря российских специалистов, которые там работают, и старого советского образования. Вот как раз мы хотели поговорить, немножко первый вопрос упустили. Ну, кстати, вот во включение в школьную программу, мне кажется, вот именно психологическая такой литература, которая поможет вот объяснить что-то, да, поможет человеку раскрепоститься. Нет, я кажется... как раз о том, что не с точки зрения психологии, с точки зрения выражать мысли. Да-да-да, но это вот это круто же, правда же такого нет? А надо бы. Да. Но также вообще, в принципе, книги полезно читать, несмотря на то, что сложно, не хочется, их, в принципе, полезно читать, потому что они как бы расширяют запас слов, там, помогают выражать мысли и так далее. Но читать сложно. Поэтому вообще для себя я бы рекомендовал читать еще такие детские детективы 90-х годов. Так, там кстати, Эннет Блайт там писала, и Томас Брицина или Брицина, не знаю, как его фамилия. Вот они очень хорошо писали детективы. И вот тут уже не с точки зрения там какой-то словарный запас слов повысить, как в литературе, а просто вот развить привычку к чтению. Ну, полюбить книги. Мне кажется, вот этот жанр очень хорош. Ну и главное, что мы хотели обсудить, это, как мы с Мариной обоюдно считаем, вопрос, конечно, спорный, полемический, но мы считаем, что Гарри Поттера надо внедрить в школьную литературу, конечно, обязательно. Нужно. Потому что литература нуждается, скажем так, в либерализации. И обязательно, чтобы это было где-то с 4-5 класса, может быть, даже 5-го. Я, например, считаю, чтобы любовь к чтению привить, ни в коем случае не нужно
ну, как таковое начальное образование я бы почти, подчеркиваю, почти упразднил бы вообще. Потому что оно сейчас не совсем актуально. Очень много внешних стимуляторов. Там интернет, красивые игрушки, которых раньше не было. Там телевизор яркий. Вот раньше я, чтобы какой-нибудь хороший яркий мультик посмотреть, я садился за телевизор там конкретно в 7.30, и там и в 9 утра там показывали какую-то анимешку, в 7.30 показывали «Черепашки-ниндзя». Сейчас есть круглосуточные каналы крутят, и дети так просто смотрят и не могут оторваться. И даже в школу ведут, они не понимают, что надо в школу, так вот рот раскрыли и смотрят на этот мультик. У них еще есть и телефон. С собой телефон. Да, еще телефон, смотрят. То есть очень много вот этого внешнего воздействия. И если раньше, например, в 50-х годах, когда там только начинали более-менее образовывать людей, это все было оправдано, но само по себе чтение уже тоже было как каким-то элементом игры. То есть у детей же ничего этого не было, они просто выучили буквы, смотрят картинки и читают. И как бы это заменяло досуг, можно сказать. Поэтому раньше оправдано было читать побольше. Сейчас, мне кажется, в современных реалиях читать много не актуально. Вообще, я считаю, надо выучить буквы, потому что ребенок первые три класса все воспринимает в такой игровой форме. Ему надо выучить буквы и просто читать первые три класса стихи, например. Стихи... В смысле, без прозы? Вообще без прозы, потому что стихи очень легко улавливаются. Там, например, ты... пишешь, ну, читаешь первую строчку и вторую строчку, они идентичны по окончаниям, и ребенок сразу понимает там интуитивно, какие буквы. То есть я бы такую иерархию сделал. Стихи, начальная школа, исключительно, вообще без ничего. 4-5 класс, Гарри Поттер, обязательно, я считаю. Нет, это на самом деле смешно, потому что... Но не только Гарри Поттер, или только Гарри Поттер. Может быть, даже только, объясняю почему, потому что... Не только Гарри Поттер, как не... Хорошо, ну, в первую очередь, дальше там уже пускай система образования сама разбирается. Потому что, как ни крути, доказано, что действительно, по факту, единственная в мире книга, и таких еще не было, даже вот, которые я сейчас там прорекламировал, там, Брисину, Эннет Блайт, вот этих вот английских авторов. Все равно... перебиваю, у нас сейчас будет переключение на рекламу? Будет? Да, сейчас мы на рекламу прервемся. Две минуты, и потом вернемся в студию и обязательно продолжим про Гарри Поттера и не только про него. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии Марина Соколова и Андрей Алексеев. Мы говорим про то, как привить, слово мне не очень нравится, как помочь ребенку полюбить читать, полюбить литературу. И вот в первом блоке прозвучало мнение Андрея, хоть он и говорит, что он не специалист, но я считаю человека, у которого большая практика, все-таки специалист, о том, что, в общем-то, с 4 класса можно читать только Гарри Поттера, ну, а до 4 класса в первую очередь стихи. Я, честно говоря, ни разу не сталкивалась только стихи без прозы с таким мнением. Мне интересно, почему вдруг вот так. Ну, не спорю, конечно, потому что у меня нет такого опыта вот обучения детей. Андрей преподает во дворце детства, детского творчества, кружок журналистики ведет, поэтому, мне кажется, интересно продолжить. Ну и слово я Марине хочу передать, потому что сегодня она моя соведущая, и она ведет эфир, а я вот буду, кстати, рада, если позвонят 320066, 321166 наши слушатели и зрители и поделятся тоже своим мнением на эту тему. Так, получается, Андрей Иванович хотел вернуться к первому вопросу. Можно ли полюбить чтение при современной системе образования, и что вы лично могли бы предложить, чтобы привлечь его к чтению? Мы этим и закончили. Я для себя лично вижу такую иерархию. То есть стихотворения нужны именно в начальной школе, потому что начальная школа, ну, ребенок все воспринимает в игровой форме, и ему очень сложно что-то воспринимать. Я, например, помню, в 3 классе нас заставляли читать «Маугли». Очень хорошее же произведение. Оно там было мало картинок. Ну, тогда только мы тогда буквы-то, ну, как бы уже знали, но не читали быстро.
А оно нам казалось объемным. Это понятно, что сейчас можно его за один день прочесть. Казалось очень объемным произведением. И я просто помню, как я мучился. Вот это просто считал страницы, там, давайте там пятая, шестая, седьмая, быстрее, там, чтобы эти пять глав прочитал. Ну и то есть мне не стыдно об этом говорить, потому что почти весь класс так у нас воспринимал. Вот я думаю, может быть, мы не совсем правильно делаем, что мы вот как бы отматываем, да, в свое детство, потому что сейчас совершенно другое время, сейчас дети совершенно по-другому. А сейчас еще больше... Раньше у меня были только мультики и телевизор, не было интернета. Сейчас еще больше хочется отвлечься. Сейчас ведь говорят клиповое мышление, да, я за собой замечаю. Даже фильм иногда смотрю, я раз так посмотрю, сколько там времени осталось. То есть я хочу подвести к тому, чтобы... приобщить к чтению, я как бы сейчас не ругаю чтение, я там не выступаю за оглупление, чтобы приобщить к чтению именно всех, а не таких там продвинутых, как Марина. Вот известно, Марина прочитала «Войну и мир» все 4 тома. Понятно, что если ориентироваться под нее, то, что сейчас говорю я, это какая-то ересь. Но мы должны понимать, что у тебя есть куча одноклассников, да, которые вряд ли хотят все это читать. Я помню свое детство, я знаю современных детей, я знаю современных маленьких детей. И чтобы, как бы, я хочу, я предлагаю, ну, что предлагаю, я как бы не работаю в Министерстве образования, но просто хочу высказать мысль, что максимальная либерализация школьного образования, особенно в начальной школе, она необходима, чтобы именно всех охватить. А у вас там будут вот у умных, пускай будут отдельные факультативы, какое-нибудь даже скорочтение, это пожалуйста. Но как бы я беспокоюсь вот за тех, так сказать, двоечников, которых, бывших которых я знал, которые из-за всего этого не реализовали свой потенциал. Я сам во многом не реализовал, потому что, ну, действительно, вот это вот большие книжки с минимум иллюстраций, они напрягают. Поэтому что я хочу сказать? Гарри Поттер — это отличная просто такая, отличный способ все-таки заставить ребенка понять просто психологически, что ты способен прочесть 5 книг. Из них там 2, там, если, ну, первые 5, например, да, из них 4-5 часть — это такие огромные книжки. И вот представьте, когда ребенок... А он точно прочтет. Сложно найти ребенка вообще, который это... У меня был одноклассник, который прочитал в своей жизни 2 книги. Первые 2 части Гарри Поттера. Все. И в аннотации ко второй части «Тайная комната» там так и написано, что... В смысле, вообще больше ничего? Он ничего не прочитал. Ваш одноклассник? Да, больше вообще ничего не прочитал. Вот серьезно. И в самой книге так и написано, что отрывает как бы реклама ребенка от компьютера. То есть единственная книга в мире. Тогда почему? Просто чтобы ребенок не использовать это, чтобы просто он психологически привык к тому, что он может прочесть 5 книг, 2 из них больших, а то и если 7 книг, то вообще вот перед ним будет лежать такая стопка, и он понимает, ага, я прочитал. Соответственно, после того, как он это прочитал, в 6-м там, или, может быть, даже в 7-м классе мы ему предлагаем, а давайте опять Чехова. Чехов — это короткие рассказы. Но уже мы будем со смыслами, потому что в Гарри Поттере все-таки смыслов нет. Там он просто затягивает. Ну, там, да, там есть глубокий персонаж Северус Снейп, это понятно, но это как исключение. Он затягивает, но он как бы не особо учит. И учителя там литературы, профессора так и говорят. Я с ними согласен. И они как бы против того, чтобы вообще внедрять школьную программу. Но они как бы сразу по умолчанию считают, что ребенок уже любит читать, и поэтому его надо воспитывать там какими-то высокими произведениями. Но я говорю, уже изначально читать никто не любит, сейчас тем более. И это единственная, так сказать, палочка-выручалочка Гарри Поттер, которая... Через которую можно... Через которую человек, ребенок сперва почувствует, что он, в принципе, не брезгует читать, ему это нравится, а потом говорят, а давайте вот почитаем там «Человек в футляре», там маленький рассказик. Конечно, даже двоечник скажет, раз я это все осилил, то «Человек в футляре», но уже со смыслами. То есть уже... То есть тут главное привить именно, так сказать, литературную культуру, чтобы ребенок просто ассоциировал себя с какими-то персонажами, пусть даже по минимуму, самыми главными, но как-то у него была ассоциация с реальной жизнью, чтобы это не был просто экзамен. Я там сдал там тест, там гипербола, это то-то, или то-то, это то-то, но он не чувствует, не понимает персонажей. То есть ему лишь бы там какие-то краткие произведения прочитать, потому что он не хочет это делать, и забыться.
То есть сначала какое-то такое легкое чтиво. Просто чтобы он психологически легко привык. Легко вникнуть, легко перенестись в этот мир, да, легко там с какими-то героями эмоционировать. Да, я сам прочитал «Всадник без головы» Майна Рида только после того, как я прочитал две части «Гарри Поттера». Я почувствовал, что я могу читать. Соответственно, надо развить вот это чувство. А потом там переходить, допустим, на Чехова. Даже не допустим, а обязательно. То есть я вижу такую иерархию. Стишки, просто буковки, стишки, Чехов, и дальше там уже понемножку все остальное. Понемножку, потому что главное понимать по содержанию, а не по форме. Просто все выучить, как бы, и, да, и дать пересказ. Да, может быть, есть смысл не так много литературы, да, но качественно изучить какие-то конкретные произведения. Да, конкретные произведения именно качественно изучить. Вот среди моих знакомых есть те, кто для кого чтение, например, это как зарядка, да, как чистка зубов. То есть они усаживают себя, там, допустим, на 15 минут, я 15 минут вот сижу, читаю там, да, или я читаю там сколько-то там знаков, да, вот там в день, например. Вот я прочитал это все, вот вроде как, не знаю, там, позанимался. Да, галочку там, ставишь, и все. Какую-то галочку, да. Как уже там этот человек читает, там, вникает, не вникает. То есть если он себя заставляет, да, это сделать, ну, не знаю, хорошо ли это или нет, или, может быть, на самом деле себя заставляешь, это может быть тоже как... Я просто так не делаю, как со спортом, да, сначала ты себя притаскиваешь в спортзал, а потом ты уже как-то в это все входишь и уже... Кстати, возвращаясь к тому же Маугли, его вот у нас недавно Владимир Владимирович... У нас есть звонок, давайте звонок послушаем, не забудьте, что хотели сказать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это из города Вилюйска. Здравствуйте. Николаева Наталья Семеновна. Да, Наталья Семеновна. Могу сказать, да? Да? Да, слушаем вас. Так, извините, я только телефон включила, но тем не менее я поняла, что речь идет о чтении книг. Да. И вот я считаю, что книга – это самый лучший наставник и самый лучший учитель, потому что он никогда в отпуск не уйдет и не заболеет, не скажет, вот я болею, закрой книгу. И мы должны, конечно, и сейчас, хотя время совершенно другое сейчас, да, тем не менее детей приучать к чтению, я так думаю. И я думаю, вот молодой человек что-то говорил про Гарри Поттера. Вот я человек старый, так что не очень читал вот эту книгу. Но тем не менее, наверное, не только Гарри Поттера нужно читать. Я вот хочу похвалить вот эту девочку, которая прочитала «Войну и мир». Даже мы не можем похвастаться тем, что всю эту книгу прочитали. Это правда. Вот я огромное вот спасибо. Хотела сказать свое мнение. Книга – это самый-самый лучший учитель. Надо наших детей приучать к чтению книг. Вот у меня маленькие внучки, и вот я сейчас сижу и думаю, как же их приучить к чтению книг? Ну, Гарри Поттера, наверное, буду читать, они молодые. Совсем. 4-5 лет им уже разговорные иностранные язык знают они лучше, чем я. Спасибо. Я свое мнение высказала. Спасибо вам большое. Правильно, я просто только что включила этот передачу. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами. У нас еще есть время до конца эфира. Почти до 11 часов мы будем в прямом эфире. Но вот видите, все-таки Лев Николаевич Толстой побеждает. Кстати, когда начинается разговор, допустим, да, вот, ну, нередко, да, какое-то там интервью у кого-то берут из знаменитостей, вот часто же задают такой вопрос, вот, какие ваши любимые авторы, да, какую последнюю книгу вы прочли, и люди как-то так, ну, некоторые напрягаются, что-то из классики называют, но мне иногда кажется, что какая-то вот история прослеживается, ну, не у всех, конечно, да, но бывают там эпизоды, как Манилов, там, одна книга на какой-то там странице, и все, и ты вроде бы как вот, но на самом деле ты там дальше какой-то странице не продвинулся. Mm-hmm. То есть как бы для красного словца, да, вот что-то такое сказать, и на самом деле редко кто может признаться, что там, ну да, я не люблю читать. Последнее время я там не читал классику. Все равно как-то начинают что-то называть. Хотя, возможно, это не последняя книга. Или просто так принято сказать, что вот невежливо не читать там того или другого автора. Я, например, Булгакова прочитала «Мастера и Маргариту», потому что мне сказали, это что? Это ну, просто ужасно, что ты это произведение не читала. Ну, правда, я по времени успела, когда обучалась, но тем не менее. Меня это задело, что я думала, ох, ничего себе, значит, надо прочитать.
Я заставила себя прочитать, потом, конечно, вошла уже во вкус. Ну вот так. Зацепили меня тем, что это нужно было сделать. То есть сама я, возможно, так как бы и на тот момент и не стала бы читать. То есть есть какие-то книги, которые обязательно нужно прочитать. Вот в нашем обществе так. Так я с этим не спорю. Я говорю, с чего надо начать, чтобы, чтобы потом хотелось читать, понимаете? То есть все равно я говорю в пользу литературы, я не говорю против литературы. Нет, я просто вам тоже парирую, говорю, что что-то еще, наверное, но технически результативнее начать с этого. А с младших классов, я думаю, просто со стишков, потому что их наиболее проще всего осилить. Со стихов Александра Сергеевича. Там Александр Сергеевич, там «Огонёк-горбунок» можно. Кстати, говорят, что его Александр Сергеевич сам и написал, но это уже другая тема. А, у нас реклама. Мы скоро вернемся через 2 минуты. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас третий блок, завершается наш эфир. Поэтому кто еще к нам не дозвонился, 32-00-66, 32-11-66, и хочет что-то сказать по теме «Читать или не читать», и рассказать, может быть, какие-то свои истории, как у вас со чтением складываются отношения с чтением. Пожалуйста, звоните нам. В нашей студии Марина Соколова, моя соведущая сегодня, и гость студии Андрей Алексеев. Марина, пожалуйста, продолжай, а то я все время вкрапляюсь с 5 копейками, а получается на 5 рублей. Ну, мы продолжаем тему про то, что можно ли полюбить чтение при современной системе образования. Да, Андрей Иванович? Ну да, я вот все выступаю за либерализацию. И как бы хочу небольшой экскурс в историю объяснить, почему это важно именно проще учить. Меньше и проще. Потому что раньше и был такой подход. Вот давайте сравним, с чего вообще начинали обучение в 52-м году в советской школе по букварю. Вот чем отличается букварь 52-го года от того букваря, по которому я, например, учился. Знаете, какая первая буква там? Там идет первая буква в букваре. Это не А. Там идет первая буква М. Потому что ребенок, первое слово, которое произносит, это мама. Я не знала этого, интересно, да. Как. Но я уже согласна внутренне с этим. И там есть буква М, отличная, хорошая иллюстрация, вот задумайтесь, матери с девочкой. А вторая буква сразу на этой же странице идет буква Ш. То есть, когда буква Ш написана, там просто пишут Маша, но букву Ш выделяют жирным. И таким образом у ребенка конкретная ассоциация. М – это мама. Ма – первое мы уже выучили, остается Ша. А Ш выделяется жирным. Он сразу запоминает 2 буквы на одной странице. Когда там идет буква А, там нету там, как у нас, А – арбуз. Это нам-то элементарно. Маленький ребенок может быстро забыть. Там просто нарисована девочка, которая говорит АУ. Но там сразу же буква У. На одной странице опять сразу захватывается 2 буквы. Первое МШ, потом АУ. Там, где буква Р, они пишут там какое-то там слово, Рома, да, например. И пишут слово Ура. То есть буква Р присутствует. Но мы уже У знаем по АУ, А знаем по маме и по Маше. Уже три раза был повтор. То есть это я все к чему говорю. Старались именно как можно проще донести. То есть простота – это было основным требованием. Согласна, извините, что я вас перебиваю, у нас есть звонок. Давайте вопрос послушаем, потом вернемся к букварю, только не забудем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, это пожалуйста. Это пенсионерка Римма Иннокентьевна Евсеева. Да, Римма Иннокентьевна. Здравствуйте. Я, в общем, слушаю вашу беседу насчет чтения литературы. И хочу школьникам рекомендацию насчет одной книги хочу дать. Можно, да? Да, пожалуйста, интересно. Я когда училась в школе, в Нюрбинской первой школе, в 7 классе, это кино хорошее было. Вениамина Каверина «2 капитана». И это как кино посмотрели, потом я книгу прочитала. И создали мы свою тимуровскую команду, и
флаг себе сделали, и там это девиз, который герой этой книги, Саня Григорьев, себе он сделал: бороться и искать, найти и не сдаваться. Этот девиз стал моим девизом и моих уличных друзей. Мы на флаге своем печатными буквами так и написали. И этот девиз на всю жизнь сопровождает меня по жизни. И вот в 2011 году Мария Шукшина в программе «Жди меня», и там она искала героев, которые поплыли в 1911 году на шхуне «Святая Мария», членов, которая состояла из 30 человек. Может, кто-нибудь из родственников осталось от этой шхуны, которые Александр Григорьев, который герой книги этот искал-то. И она говорила, что в 2012 году, как вот эта экспедиция 100 лет исполняется, и они ищут программу «Вот, жди меня». Ну, эту программу посмотрела, потом вспомнила свое детство про свой флаг. И вот так я написала свое стихотворение. Рима Иннокентина, спасибо вам большое. Простите, что перебиваю, у нас не так много времени до конца эфира. Я свое стихотворение скажу. Но если только оно не очень длинное. А, вот так скажу. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Вот мой девиз по жизни. Идти вперед, только вперед, не роптать и не унывать. Жизнь прожить, не поле перейти, она нелегка, по-своему прекрасна. Ветер перемен окрыляет нас, парус надежды зовет нас вдаль. Идти вперед, только вперед, не роптать и не унывать. Рима Иннокентина, спасибо большое. Какие у нас замечательные слушатели, делятся историями. Стих. Ну вот у человека, да, книга, она сформировала, получается, как-то ее настроение на всю жизнь. И вот осталось с ней вот как девиз. Ну, как-то мне тоже кажется, что одной поэзии как-то маловато. Я не спорю, конечно, с вами. Но может еще сказки добавить там детские, потому что в детских садах тоже читаем вот сказки. Вот мы отвлеклись. От букваря у нас да. В обращении Федерального собрания Владимир Владимирович Путин цитировал Маугли. То есть и он это все там, ну, о теме было о геополитике. Соответственно, на самом-то деле Маугли глубокое произведение. И почему бы уже вот с высот взрослого понимания не читать его именно в 11 классе, если у нас сам президент, еще он выделил, что Киплинг там гениальный автор. Если у нас люди такого уровня обращаются к детским авторам, наверное, все-таки не так уж и все. И просто с этой книгой им уже в более зрелом возрасте к ней надо подходить. Но можно же перечитать, например, ты все равно, когда становишься взрослее, ты какие-то произведения, которые раньше читал так, как фильм, да, то есть ты смотрел, ты чего-то не видел, там, каких-то вот нюансов, потом ты пересматриваешь этот фильм, ты его смотришь, что совсем так же книга. Я понимаю, но в младших классах это сложно. Вот я, кажется, в третьем читал, может быть, даже в пятом. Ну, у нас как бы не было четвертого, был третий, пятый, то есть... Но вам ничего же не мешает сейчас перечитать. И в 11 классе так же. Сейчас мешает внутреннее какое-то отвращение книги как таковой, потому что в детстве заложили это отвращение. Если бы я читал просто стишки, мне бы хвалили там «молодец, молодец», потом бы я перешел на «Гарри Поттер». Я думаю, человек не глупый, я бы потом осознанно вот этого Маугли взял, и сейчас бы я его хорошо знал, как вот Владимир Владимирович. Но... Вот даже вот взять... Если сейчас, сейчас есть люди, которые цитатами знают книги, там какие-то произведения, то сейчас вообще с помощью интернета можно хрестоматийный вариант, можно просто на цитатах выехать и сказать, что ты читал любое произведение. Конечно, не бросаю камни в адрес Владимира Владимировича, но тем не менее. То есть, даже вот взять, например, элементарно там Чуковского, «Не ходите, дети, в Африку гулять». Да, это можно. Вот это я не спорю, это можно в младших классах, но этому надо возвращаться уже и в старших классах, потому что на самом деле метафорически речь идет о том, что в принципе не связывайтесь с этими странами. Мы знаем, да, о том, что с тех краев там весь терроризм там, и т.д.
и т.п. Именно это имел в виду автор. Вот смотрите, вот у нас сидит ученица, да, вот на поколение современное, которое читала 4 тома. То есть нельзя сказать, что дети не любят читать. А это... Это через силу. Это элита, понимаете? Ну, через силу все-таки. Ну, все-таки это... И, насколько я знаю, Марина мне сама говорила, она в младших классах читать не любила. Да, я очень не любила читать. Я вспомню, как меня заставляли читать. Каждый день по 10 страниц. Это просто было... Да, ты просто читаешь страницу 1, 2, 3, 4, все. И на этом начальное образование, говорю, это просто зло. Да, я даже пропускала страницы, тоже так же, как и считала. Потом еще, когда меня спрашивали родители, о том, что перескажи мне, я говорю, ну, это вот про Тома Сойера, вот, я тоже не любила читать, да. Я только в 10 лет, когда открыла Часодеев для себя, только тогда научилась любить. Ну, а что просто делать? Если бы я просто уверен, что если бы те люди, вот та же Воскресенская, которая писала букварь, создавала бы систему образования сейчас, у меня есть такое интуитивное предположение, они были бы не против Гарри Поттера. Потому что они явно пытались все сделать, чтобы было максимально просто. И вот, чтобы не быть голословным, я тут это привел... Ну, хочу описание прочитать одного учебника. Он, правда, по математике, можно сказать. Но там просто угу. Тут несколько предложений. Но просто тут как бы четко показано, что хотели максимально просто до людей доносить всякую информацию. Вот опять 52-й год. Приемы счета Г.Н. Берман. В книге собраны простые приемы быстрого устного письменного счета, который помогает ускорить вычисления для бытового и профессионального применения. Чтение не требует никаких специальных знаний. Не нужно знать даже элементарной алгебры. Предполагается, что читатель вполне свободно овладеет приемами счета с целыми дробными числами. То есть это не учебник, но это как бы приложение. Вся система была заточена, то включая литературу, чтобы как можно больше, быстрее, как можно проще подать букварь, как можно проще подать алгебру. Уже потом, там, в 60-х, 70-х годов, я учебники поизучал, все стало усложняться. Андрей, у нас меньше минуты остается. Мне удивительно слышать от молодого человека, да, такой реверанс в сторону вот той эпохи, потому что обычно я это слышу от своей мамы, и я согласна с ней, потому что я вижу, что она со школьной программы знает практически все, я со своей школьной программы ничего не знаю. Вот. Но мне удивительно, что молодежь тоже думает так же, как поколение, которое старше меня даже. Потому что они учились именно просто. Да, что было просто. Вот почему они знают, почему они до сих пор, вот как позвонила нам наша слушательница, цитирует. Спасибо, что были сегодня в нашей студии. Вам спасибо. И слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Ну, читать или не читать, решайте, конечно же, сами. И главное, что читать. До свидания.